Yo, a gun funker. Check, check, check. Настоящий хип-хоп. Мы живем в интересное время. Вокруг столько всего прекрасного. И в то же время мы можем видеть другую сторону этой медали. Мы живем в мире, где дуальность – это закон природы. Дуальность, она повсюду. Это добро и зло. Белое и черное. День и ночь. Художник и вандал. Я иногда задумываюсь над тем, что я делаю. Действительно ли это добро? С самого детства я чувствую, что с этим миром что-то не так. Мир поглотило зло, в котором мы сейчас утопаем. Человек настолько втянулся в технократический путь развития, что ослеп. И мы не замечаем, как убиваем уже сами себя. Что касается духовного развития, он интересен единицам. Творчество – единственное, что связывает нас с духовностью. И попробуйте погрузиться в атмосферу запечатленных, несовершенных, любительской, но единственной записи. Портрет Льва Николаевича Толстого я нарисовал в стиле рептилизм. Портрет выполнен с 1435 слов добро.
Граффити для меня является творчеством. Это свобода, это спокойствие, это эмоции, это радость. Тут я нахожу целый мир. Мне больше ничего не надо, когда занимаюсь своим любимым делом. В этом я нахожу свое маленькое счастье. Эту работу я посвящаю великому русскому писателю и мыслителю Льву Николаевичу Толстому и его цитате, которая меня вдохновила на эту работу. Доброта для души тоже, что здоровье для тела. Она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле.